Добрий вечір, в ефірі телекомпанії СТВ. Як завжди, цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Микола Логвінов, директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Николай Юрьевич, рады приветствовать вас в нашей студии. Ну и, собственно, то, что называется, есть о чем поговорить. Потому что 31 июля стало известно, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» наложила арест на счета, собственно, предприятия, которое вы возглавляете. Ну и тогда уже было заявлено, что отопительный сезон в городе Николаеве под угрозой. Прошло 5 дней. Собственно, на календаре 5 августа. Возможно, есть какая-то динамика, какая ситуация на сегодня? На сегодня аресты все еще есть на счетах предприятия. Мы обратились к народным депутатам Украины, к Юрию Ивановичу Завгороднему, к Давиду Арахамі, ко всем депутатам народным нашим, от «Слуги народа» с просьбой решить этот вопрос. Потому что на сегодня такой критической угрозы нет. Предприятие готовится стабильно к отопительному сезону. У нас есть на сегодня закуплены все материалы, все есть. Но так как мы считали... Давайте я прошу прощения. Может быть, сначала. Какая сумма долга и, собственно, коль он возник и существовал, велась ли соответствующая работа с, ну, я не знаю, кредитором, с «Нафтогазом»? Потому что, ну, там, я не знаю, был ли диалог? Возможно, там велся разговор о реструктуризации, ну и так дальше. Вот, собственно, соответствующая работа велась или нет? То есть долг возник по разряду населения за этот период с 2016-2017 года. Сумма долга 41 миллион гривен был. Плюс 23 миллиона – это пени, штрафы и инфляция. И 7 миллионов – документ, это исполнительный сбор. То есть это вознаграждение исполнительной службы за выполнение решения суда. На момент вынесения ареста счетов сумма долга составляла уже 6,5 миллионов. На сегодня составляет 5,900-5,800 миллионов гривен. Мы гасим стабильно, ну, как положено. И мы планировали в течение августа, в крайнем случае в начале сентября, его закрыть. Работа велась. Это решение суда было принято еще год назад. Мы в суде получили отсрочку исполнения решения суда на год. И параллельно с этим, на рассмотрении Верховной Рады находится закон, так называемый закон 1730. На сегодня он называется 3508. Согласно этого закона, должны были перенести дату списание штрафных санкций. В законе прописано 1 января 2016 года, должны были изменить на 1 мая 2020 года. И все пени штрафы должны были бы списаны, и долг должен был быть реструктуризирован. И мы писали письма еще в прошлом году с просьбой внести наше предприятие по этому долгу в реестр реструктуризации. У нас есть уже один договор реструктуризации, который мы заключили 2 года назад по другому договору по газу. Он на 5 лет, но мы его уже практически выполнили. И мы в этом году его выполняем досрочно. То есть мы свои обязательства выполняем. То есть я прошу прощения, я правильно понимаю? То есть с «Нафтогазом» как бы процесс шел своим чередом, а просто было автоматически выполнено решение суда, которое было вынесено год назад со срочкой исполнения, да? Я не скажу, что автоматически. Вот для нас было большим удивлением арест счетов, потому что мы «Нафтогаз» видит динамику. Однозначно, и он понимает, что в течение августа, ну, в крайнем случае, 10 сентября, мы долг закрываем. Я понимаю, что разговор идет не о сумме долга за газ, разговор идет о штрафных санкциях и вознаграждении исполнительной службы. Вот это больно, потому что у нас нет источника погашения штрафных санкций. Ведь долг возник по двум причинам. Первая причина – это так называемая разница в тарифах, которая возникла из-за экономически необоснованного тарифа из-за, скажем так, влияния государственных органов на формирование тарифа по теплоэнергетике. И вторая, даже в последнюю очередь, это причина неоплата долгов населения. Опять же, населению мы пени штрафы не выставляем и не имеем права выставлять за те периоды. Мы сможем их выставлять только после новой долговой кампании. То есть источника повышения пени штрафов нет. У вас уже прозвучало, что в Верховной Раде и уже длительный период времени лежит проект закона Украины, который может, собственно, эту историю всю урегулировать. Да. У вас также выше прозвучало, что у вас есть соответствующий диалог с действующими депутатами Верховной Рады и тех, кто позиционируется как оппозиция, ну и, собственно, тех, кто является властью на сегодняшний день. Что они говорят? Какая перспектива внесения этого закона? Как быстро это может все состояться? Этот закон есть. Он уже внесен на рассмотрение Комитета Верховной Рады.
То есть, по большому счету, его в этом году вполне могут принять. В октябре, в ноябре месяце. То есть, ну, ориентировочно. Мы хотим, чтобы эта процедура ускорилась. Потому что, погашая основные долги, мы все равно не в состоянии погашать пение штрафы. То есть, ситуацию нужно выравнивать. И эта ситуация не касается только Николая. Эта ситуация касается всех предприятий теплоэнергетики на Украине. Вот я являюсь членом ассоциации, членом правления ассоциации теплоэнергетика Украины. Мы подали вчера запрос, собираем информацию, где такие же проблемы. Уже есть понятие, что проблемы в Одессе, во Львове есть. Но проблема с наличием долгов или проблема с арестом? С арестом счетов. Одесса уже больше года живет в такой ситуации. То есть, ну, просто это не... Ну. А я прошу прощения, давайте, вот, собственно, этот вопрос я и планировал задать. Арест наложен. Как предприятие сегодня работает? Есть ли возможность готовиться к отопительному сезону? Есть ли возможность платить зарплату сотрудникам? А вы говорите, в Одессе уже год так же. Ну, мы понимаем, Одесса специальный город. Но они же все равно действуют как-то в рамках существующего в Украине законодательства. Поэтому как это все работает? Аресты счетов касаются любого расхода средств, кроме зарплаты и налогов. То есть зарплату и налоги платить мы можем на сегодня. Но для того, чтобы предприятие функционировало, нужно покупать электроэнергию, нужно покупать воду, нужно покупать трубу, материалы, то есть, и, ну, оплачивать технику и тому подобное. То есть зарплата — это еще не все. На сегодня, вот наше предприятие, мы готовимся к сезону стабильно, стандартно. То есть мы в планах четко, некоторые тепловые районы, их у нас 8, работают уже сверх плана. Да? То есть мы будем готовы технически. У нас запасов на складе на сегодня хватает для материалов, запасов для того, чтобы подготовиться к сезону в этом году. Но когда придет момент расчета за электроэнергию, я не смогу за нее заплатить. А котельные без электроэнергии не смогут запуститься. Когда нужно будет заплатить за поверку прибора учета, я опять же не смогу заплатить. А проверять приборы учета надо. И такие все вещи. Ну, то есть, отсутствие возможности свободно оперировать денежными средствами приводит к тому, что предприятие накапливает кредиторскую задолженность и не может спокойно, стандартно входить в отопительный сезон. Хорошо, ну так все, вы просто подвешены. Вот, ну, понятно, сейчас лето, жарко, и как бы это самое. Мы понимаем, что отопительный сезон — это, ну, там, октябрь, наверное, как-то так. То есть вроде бы и время есть еще. Времени нет. Потому что вот наш министр регионального развития, будучи в пятницу в Николаеве, когда ему журналисты задали вопрос по этому сезону, он говорит: мы решим вопрос до начала отопительного сезона. Если в начале отопительного сезона мне дадут даже 200 миллионов гривен, я подготовиться нормально уже не смогу. Потому что теплотрассу не переложишь за два часа. Я прошу прощения, а как это сочетается? Вы выше сказали, что мы готовимся в плановом порядке, некоторые тепловые районы даже с опережением графиков. А теперь вы говорите, что я подготовиться не смогу. Нет, я хочу сказать, что мы готовимся стандартно. Да? То есть о том, что позиция нашего органа власти, что мы решим вопрос к отопительному сезону, это поздно будет. Потому что к этому моменту не будет каких-то материалов, будет арест на счетах от других компаний, от газораспределительных, энергоснабжающих и других. То есть, мы не сможем быстро сманеврировать. Вот здесь все. Потому что по теплотрассам, да. Вот последние несколько лет облтеплоэнерго запускается сутки, максимум трое, все системы и без аварийно. Но мы должны не забывать, что теплотрассы старые, некоторые из них по 40 лет. И может быть произойти такое, что во время запуска пройдет аварийная ситуация, а у меня не будет материала, чтобы теплотрассу отремонтировать. Тоже может быть, все что угодно может быть. Нельзя блокировать предприятия тогда, когда они готовятся к отопительному сезону. Потому что зима — это как раз результат того, как предприятия отработали весна, лето, осень. Уже поздно потом зимой копать ямы или что-либо другое. Даже если мы раскопаемся, мы заасфальтировать даже не сможем, потому что нельзя в такую погоду это делать. Ну, понятно. То есть предприятие должно работать стабильно. И это вся эта проблема, это общегосударственная, она накапливается уже десятилетиями. Ее просто нужно когда-то решить окончательно, один раз и навсегда. А тут в привязке не могу не спросить. У вас выше прозвучало, что технически вы можете платить зарплату, а вы ее платите? Да. Я почему так ставлю вопрос, потому что мы помним, какие проблемы возникают периодически у предприятия с выплатой зарплат, коллектив протестует. Неоднократно слышали, что люди, которые, собственно, не готовы жить с этой задолженностью, уходят с предприятия, расходятся специалисты. Что сегодня? На сегодня задолженности по зарплате нет.
зарплата за июль месяц выплачена в полном размере. Мы выплачивали за счет кредита, который мы получили в июле месяце в банке, с разрешения депутата городского совета. То есть у нас есть на сегодня запас денег для того, чтобы мы платили зарплату за июль и за август. То есть с точки зрения заработной платы у нас проблем нет и не будет. Мы спланировали эту разрыв кассовый, мы понимали, поэтому пошли получили кредит. Материалы еще, смотри, у нас есть. Коллектив на сегодня, слава богу, стабильный. Люди возвращаются и приходят молодежь. То есть пока все ровно. Хорошо. Но, собственно, и таким вот образом возник в конце июля крючок, на котором, вот, собственно, предприятие сегодня подвешено. Но мы также хорошо помним, что в середине июля наше теплогенерирующее предприятие, Николаево был Теплоэнерго, Николаевская ТЭЦ, собрали пресс-конференцию в присутствии городского главы с его участием и сообщили, что есть еще один долг, и этот долг за транспортировку газа. Он перед Николаевгазом. И там тоже называются достаточно серьезные суммы. И тогда тоже прозвучало, что отопительный сезон под угрозой срыва. То есть у вас уже две угрозы срыва. Да, если первый мы технически будем готовы, то во втором случае по заработку газа, нам Николаевгаз может не разрешить не подать газ котельным, если мы не решим этот вопрос. Этот вопрос тоже должен решиться на государственном уровне. Потому что транспортировка газа увеличилась с 1 января. Да, нам с 17 января изменили тариф, но мы применить этот тариф не можем. Потому что нужно провести, согласно новому закону о ЖКХ, мы должны провести были договорную кампанию. То есть, условно говоря, пройти по всем абонентам, то есть по всем нам, жителям высокоэтажной застройки, многоквартирных домов, и с каждым подписать договор? Да. Мы должны пройти с каждым подписать договор. И есть 4 варианта договора. И люди должны были до 1 мая определиться, с каким вариантом договора они согласны. Но в связи с коронавирусом Верховная Рада приняла изменения к законопроекту. И люди должны определиться с формой договора в течение 5 месяцев с момента окончания карантина. То есть неизвестно когда. То есть здесь возникает не только коллизия с регулировкой тарифа, но еще и коллизия, которая вот непосредственно блокируется ваша возможность вашей работы еще и карантинными ограничениями с COVID-19 связанными. Да. Мы не можем, мы народ не принимает, не выбирает договор. Второе, у нас нет источника оплаты, опять же, этих договоров. То есть у нас 88 тысяч абонентов, то есть по 2 договора на человека, 170 тысяч договоров надо сделать. В деньгах это около 5 миллионов гривен. То есть, опять же, нужно это сделать. Хотя законодатель нашел возможности, и сейчас в Верховной Раде осмотрится закон о публичных договорах. И он уже проголосован в первом чтении. И этот же закон есть в меморандуме между МВФ и Украиной, и он должен был заработать с 1 сентября этого года. То есть мы надеемся, что все-таки договор о публичных договорах. Хорошо, но мы тогда вот помним, что когда возникла коллизия с, когда вы заговорили о долгах за непосредственно транспортировку газа, то тогда городской совет собрался, мобилизовался и, собственно, проголосовал, обратился с призывом урегулировать эту ситуацию на национальном уровне, обратились к президенту, к премьер-министру, к главе Верховной Рады Украины. То есть уже же, и я так понимаю, что Николаев тут не уникален в этой ситуации, и, наверное, и у коллег по соседству такая же ситуация, я думаю, все обращаются. Там что-то происходит на уровне центральных органов власти? Сегодня должно происходить совещание на базе Минрегиона по поводу проблемы с транспортировкой. И сегодня нам пришло приглашение на круглый стол касаемо этих же вопросов на вторник, на 11 число. Мы едем в Киев, будем обсуждать, как выходить из ситуации. То есть движение идет. Просто движение замедливается тем, что наши народные депутаты сейчас находятся на каникулах. То есть когда будет сессия, никто не знает. Хотя законопроект о публичных договорах, он проголосован в первом чтении и он в работе. Законопроект 3508 о списании пени штрафа, он есть в комитете на рассмотрении и он тоже в работе. Законопроект 38.00, который регулирует тоже взаимоотношения в газовой сфере, он тоже в работе. Все зависит от наших депутатов. Потому что из 20 этих закона
о публичных договорах и о списании пени штрафов, они находятся уже больше года на рассмотрении депутатов. То есть под одним номером, потому что был один кабин, потом под вторым номером. Просто к предприятиям теплоэнергетики коммунальной все относятся спустя рукава. Она вспоминает только тогда, когда происходит, ну, когда холодно. Ну, надо давать тепло, да. Да. Когда ударными когда, темпами идет борьба, идет как это? Борьба. Идет кампания за подключение к теплу социальных объектов и жилого сектора. Хотя вот я вот сколько времени говорю, мы не должны бороться за отопительный сезон. Это должно проходить в автоматическом режиме. Пришло момент включаться, нажали кнопочку, оно заработало. Это не подвиги. Люди, я считаю, что когда говорят, что подвигом зовешь подключить отопительный сезон, это оскорбление работников теплоэнергетической компании. Потому что люди, начиная, как только сезон заканчивается, до осени, они работают стабильно, постоянно, планово. И говорить им, что они там ничего не делали всю весну, все лето, а потом героическими темпами это спасали, это глупость. Люди, люди любят свою работу, любят свои предприятия, они работают. Поэтому не надо это все превращать в какой-то там цирк. То есть все должно быть планомерно и рассчитано. И для того, чтобы это все происходило, нужны эти законопроекты и должно понимание быть органом центральной власти, что разница в тарифах есть, и она сформирована не по вине предприятий или по вине жителей, а все равно по вине центральных органов власти. Надо же принять решение, признать, что это проблема общегосударственная. И на сегодня разница в тарифах 196 миллионов, подтвержденная. А долги по газу 176 миллионов. Плюс транспортировка. То есть, если сегодня разница в тарифах, ну, нам выплатят, мы закроем полностью долги по газу за все периоды. Мы закроем полностью все долги по транспортировке. И мы остаемся. У нас остаются собственные средства на модернизацию, на все остальные методы. Мы тогда не будем ходить в горсовет и просить деньги. Просто всегда, государство не может быть виновато в принципе. То есть, а остается крайне предприятие. И предприятие идет к депутатам, дайте денег. И депутаты правильно задают вопросы, а почему так произошло? Ну, хорошо. Ну вот возвращаясь вот к этой теме, как это, героической борьбы за пуск тепла. Но мы же помним, как тепло давалось в прошлом году. Вот эту всю историю, когда на национальном уровне там первые лица страны говорили, ну давайте чуть-чуть понизим платежку, ну давайте чуть-чуть понизим платежку. И по факту получалось, что понизим-то призывают наверху, а делать это должны были местные органы власти за счет своих бюджетов. Собственно, вот тот пуск тепла, какие имел последствия для вас, имел ли он какие-то последствия, какие последствия, ну и к чему вот даже вот в этом контексте, ведь это же политический вопрос стоимости гигакалорий, которые вы подаете в жилье. Вот как раз беда с Украины, что у нас это вопрос политический, он должен быть просто экономический. Ну, то есть не надо привязывать экономику и политику. Если бы мы это Николаев и Чернивцы, это два города, по-моему, единственные в Украине, которые не пошли на этот, по этому постанове и не пересчитали. И таким образом мы сэкономили огромные деньги. Потому что потенциальный ущерб предприятия был 100 миллионов. Если бы мы пошли на пересчет 100 миллионов гривен, мы не доплатили бы НАК «Нафтогаз Украины» за газ 2019-2020 года. Тогда НАК тем более был бы, ну, мы были, у нас больше долгов было. На сегодня долгов за прошлый отопительный сезон у нас нет по газу. У нас переплата миллион. То есть 2019 год мы закрыли под ноль. И сейчас закрываем старые долги. Мы даже закрыли порядка 6 миллионов долгов 2018-2019 года. То есть мы сейчас не сегодняшние долги, прошлые. А то, что все у политики любят играть, давайте понизим платежку на тепло. А давайте посмотрим составляющие этой платежки. Газ. Есть. Транспортировка газа увеличилась, и с 1 июля она опять увеличилась. Передача электроэнергии, увеличилась. Минимальная зарплата увеличилась. Каким образом можно, увеличивая составляющие, уменьшить сам тариф? И дело не в высоком тарифе. Дело в потерях тепла в домах жителей. Для того, чтобы люди платили меньше, не нужно понижать тарифы и убивать теплоэнергетику. Нужно просто проводить заходы энергоэффективности в домах и научить людей экономить тепло, не тратить его зря. Вот тогда будет правильно. Хорошо. Ну, научить людей экономить тепло — такая одна история. Собственно, мы живем в состоянии, что нашим многоквартирным домам много десятков лет. Системы старые, они строились в то время, когда не особенно было принято экономить газ, тепло и так дальше. Ну, у рядового гражданина на самом деле не так много механизмов, мне кажется, для того, чтобы вот, собственно, регулировать. Но с другой стороны, но и теплогенерация у нас же тоже старая. Ваши котлы, они что, их можно назвать экономичными?
На сегодня КПД котловин облтеплоэнерго 93% в среднем. То есть котлы за последние 3 года мы максимально привели в порядок. И сегодня проходит реконструкция, вот мы вспоминали Мировой банк. Вот его берем, мы вспоминали, когда готовились к эфиру. Да. Вот, собственно, о тех инвестиционных проектах, которые сегодня реализовываются, и, собственно, что планируете получить на выходе. Вот у нас есть, мы, согласно проекту Мирового банка, мы сейчас мы сделали сети, поставили ИТП. ИТП в домах, где ИТП у нас расшифруйте, пожалуйста. Индивидуальные тепловые пункты. В Октябрьском районе 96 ИТП у нас установлено. Экономия в этих домах произошла от 5 до 25%. Теперь самый большой компонент — это реконструкция котелен, 5 котелен, которая закрывает 60% генерации тепла в Николаеве. То есть это котельная Самойловича 42, котельная в Каравельном районе, которая закрывает все Октябрьское. Это котельная ПГУ 72 в Кичи, она закрывает часть Соляных. Это котельная стадион спортивная 1К, которая закрывает, получается, Саводский район города, и 9 котелен, которые мы на них сегодня перескрыли, это Террасная, Бухский бульвар, Большая морская, и котельная Белая 71, которая закрывает намыв. То есть эти котельные сейчас модернизируются, и по результатам будет видна экономия. Но есть экономия там, расчетная по ТО, если не ошибаюсь, 20% экономии газа, мы, когда отработаем сезон, мы увидим реальную. Но уже сейчас, за эти 3 года мы экономим 10 миллионов кубов газа в год. Вот по сравнению с 2015-2016 годом. И за счет, в принципе, и Мирового банка, и изоляции теплотрасс, и ИТП, и то, что предприятие самостоятельно меняет трассы. Меняет. Кто-то сказал, зимы теплые. В прошлом году зимы вообще не было. Это неправда. Да, зима теплая. Зима теплая, потому что но потребление тепла остается то же самое, потому что это у нас не тропики. У нас все равно дома остывают. А дома, вы поняли, они старые. Панельные дома, они тем более остывают. То есть поэтому даже мы не осуществляли перетопа. У нас все котельные работают в графиках, но потребление тепла было практически такое же, как в прошлом году. То есть особо не изменилось. И дело не в теплых зимах или холодных, а дело в расходе тепла, в потерях в теплотрассах. Мы поменяли графики тепловых нагрузок, потому что потери в теплотрассах уменьшились в 2 раза. То есть, когда в 2016 году потери в теплотрассах были 24%, на сегодня 12%. Это большие деньги. 12% от полумиллиардного оборота, вы сами посчитаете, какой это ресурс. И 10 миллионов кубов газа в ценах, даже сегодняшних, это тоже деньги. Это все должно происходить. И благодаря Мировому банку, благодаря городскому совету, который последние 3 года выделяет хорошие деньги, мы модернизируемся. И на сегодня облтеплоэнерго, наша материальная база намного лучше, чем была в 2015 или 2016 году. То есть теплотрассы ремонтируются, и мы строим по 5-6 километров ежегодно новых теплотрасс. Или делаем капитальных ремонтов. То есть это достаточно большое количество. Я житель Заводского района, я обратил внимание, что, собственно, приведено в порядок дорожное покрытие по Галине Петровой от 8 марта до Рабочей. Но там еще, по-моему, остается раскопанная часть. Там остается от Рабочей до Фрунзе. Мы уже объявили тендер, на следующей неделе будет раскрыть предложение и будем заканчивать, делать. И мы дальше будем делать еще до Правды. То есть для того, чтобы больше вот эту теплотрассу мы сделаем, и там 49 лет можно будет не копать. То есть мы переходим максимально на предизолированную трубу. То есть там минимальные потери, и теплотрассы сохраняются, и их эксплуатация увеличивается. Ну хорошо, подводя итог разговора, так что нам, рядовым николаевцам, тревожиться или, в принципе, пока не сильно переживать, работа ведется, администрация предприятия держит руку на пульсе, городская власть держит руку на пульсе, и есть надежда, что все будет хорошо. Я думаю, что учитывая внимание, которое возникло к этой проблеме, и как все... И мэр, и народные депутаты подключились к вопросу, я думаю, что проблема будет решена в той или иной степени. Я не говорю, что она будет решена полностью, это оптимистический сценарий, но я думаю, что будет решена. Жители города должны понимать, что предприятие работает для них, и тепло будет в домах однозначно. Я прошу прощения, вот коль мы уже заговорили о жителе, есть прекрасная возможность призвать жителей быть своевременными плательщиками, это же тоже важно. Собственно, для стабильной работы предприятия. Знаете, я могу сказать большое спасибо жителям города Николаева. Жители города Николаева платят за сезон отопительный 94%. Это один из лучших показателей в Украине. И за этот год, с января, жители платили 155%.
тоже это один из лучших показателей Украины. Я благодарен жителям города Николаева, которые платят за тепло. Да, есть неплательщики, которые не платят не месяц, два, три, они не платят десятилетиями. И с ними работают. То есть это принципиальные люди, с ними нужно работать отдельно. С ними работают, есть суды, есть исполнительная служба, есть специально обученное подразделение, которое ими занимается. И они тоже возвращают. На сегодня, спасибо исполнительной службе, у нас по ней возник, в 5 раз увеличился поток денег. То есть ДВС работает. Я просто предоговорю всем, что если вы не хотите довести дело до суда, до ареста имущества, до прихода исполнительной службы, приходите на предприятие, заключайте договор реструктуризации. И мы готовы идти навстречу любому человеку, лишь бы он платил. То есть мы живем в этом городе, и нам не нужны проблемы у жителей города. Нам нужно, чтобы люди вовремя платили, и чтобы мы могли выполнять свои задачи, которые нам ставятся городом. Все. Микола Логінов, директор комунального підприємства «Миколаєвобилтеплоенерго», будь нашим гостем, відповідає на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Спасибо. До побачення.